Да, редкие кадры. Строитель коммунизма зовут Чип. А это Масик. Вот я не люблю, конечно, показывать другому ссылку, но вот решилась я все-таки сегодня показать, когда совместные выгулы проходят. Да, то там не все видели весь мой коллектив. Вот это Патрик, чемпион России. Амато Адзуро Патрик. Вот такой красавец мужчина. Вот это Пуся. Вот это брейк-дэнс Сара изображает. Строитель коммунизма — это Чип. Строит остальных кабелей. Масиков, тем более он в охреневшем виде говорит, что это за нахрен. А этот не знает, как бы еще обоссать это дело. Джонечка. Тоже уже пенсионерчик почти. Джонечка, покажись, Джоники, Джоники. Вот где какой. Кива 400 весом. Да. О, понты, понты. Понты. Святое дело. Точка пенсионерочка. Юти! Юти, ты куда пошла? Юти. Там мужчин заперли, пойду общаться. Ты стерилизованная, нахрена тебе мужчины? Апачи. Вот это вот Апачи. Кива 300. Целовательная девчонка. Да. И, ну, опять строитель в кадр попал. Он когда-нибудь коммунизм все-таки построит. Ну, тут пенсия какая-то. Нормально гуляется со всеми. Мужиков закрываю, больших рейлоки. Во-первых, затопчат половину. Во-вторых, с этими вот с мелкими кабелями они не совмещаются. Да. То есть вот эти мелкие строят больших, и это довольно рискованное дело. Поэтому вот как-то так. Да. Причем даже вот кастрация вот этого серуна не спасла его от понтов. Он все равно бывает понты кидает. Долго гуляем, когда уже вот полный двор тени. То есть я могу все это выпустить одновременно. Вот опять зайка тут бегает. И они могут спокойно не зашкварчать. Зайка, да, зая. Скажи, я не люблю, когда ветер в попу дует. Да, это очень страшно. Да, бздюшка. Глафира. Такая вот еле ходячая. Ну, я рассказывала, она же после инсульта ходит кругами. Иногда вот ходит почти по прямой. Я уже лишний раз не тревожу, потому что реально дитё моё доходит. Ну, вкусняшки мы еще едим, слепая, глухая. И лишний раз вообще тревожить нельзя. Она может потерять сознание, испугаться, остановка сердца, я ее заново откачиваю. Поэтому вот соизволила выйти, то она в коридоре стояла. Вот сейчас походит. При этом я наблюдаю, чтобы она не убилась. Короче, кто чем занимается, кто хернёй, кто просто гуляет. Кто вот пытается в теньке загорать, кто еще не все дела попередевал, не все еще это высал. Что, зая, ты одна не знаешь, чем заняться. Ну, реально бздюшкина такая, туда-сюда носится. Как притаилась, а, это из пенсионерочек. Это я не участвую в этом движнике. Она вообще не любит, когда все носятся. Какая-то в жопу ужаленная. Птичка говорит, я еще не все пересала. Юти! Говорит, да, и тут еще много мест, которые надо переметить. Причем я ее давно стерилизовала, и вот она все равно, гляньте, вот такие оставляет метки. Даже периодически девчонок других насилуют. То есть стерилизация вот на мозги никак не повлияла, да, абсолютно. Ну, только шутечек нет, вот это единственное. Там коллектив мужчин. Вот, мужчина хоть куда. Вот такой. Джонечка. Ты мужчина? Скажи, да, я мужчина. Вот ездишь на животе, да, причиндал, значит, я мужчина. Все супер, все отлично. Да. Сама неотразимая, конечно, Аська. Да, вот такая колупаська. С удовольствием гуляет и с пенсионерами, и с товарищами помладше. Так что все у нее отлично. Начались гонки по вертикали. Все, все, носятся товарищи. Это как классно бегать вообще. Чипочка пришел. Мой Чипочка. Че тебя уже обслюнявили? Че у тебя с лицом? Чипочка, Чипа. Старушка Джойстик пришла. Старушка Джойстик пришла. Старушка Джойстик. Седой физиономией. Да, и Чипа ей хвостом виляет. Ай, 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 жопы. Ой, жопы. Короче, кто чем занимается? Кто просто сидит? Кто лазит, да, по всему двору? Чипик! Чип-по-чип!
Самый огромный кабель в нашем коллективе. Вот такой вот. Вот. Самый огромный, самый большой. Чипик. Чипа вот такого размера. Да, вот на фоне руки. Да, вот такой мужчинка. Вот такой мужчинка. Вот такой. Патрик и Джойстик говорит, а меня. Да всех, и Зая, вот это замерзая. Да, покажи ухи наши замерзухи. Ну, скажи, замерзуха, Зая. Зая, замерзая. Зая. Такая серушка. Все, говорит, буду танцевать брейк-дэнс. Очень классный танец. Да, и вообще тут классно. Ой, балдеж такая. Сейчас прохладненько, только 30 тепла. Можно покувыркаться, побалдеть, скажи. Да. Супер, супер. Ох, эти заюшки. Ох, эти заюшки. Зая замерзая. Замерзая Зая. Джоник с чипом. Чипа. Где уши? Да. Скажи, вот по прохладе можно гулять до бесконечности. Да, а когда сильно жарко, и гулять особо не хочется. А так вроде и ничего. И жить еще можно, скажи. Да, да не течет она, ей не судьба. Да, не надейся даже. Скажи, ну вдруг, надо же контролировать как-то этот момент. Старушечье царство. Судя по Глафире, то долго мы навряд ли еще проживем, так сказать. Ну, пока ест, пока пытается ходить. Да, еще живем. Еще иногда и хвостом виляет, когда жопку чешешь. Так что еще не все потеряно. Зая вообще такая девка кипишная, стоит обратить на нее внимание. Зайка, Заюшка! И все, движняк начнется. Воображение сразу с заходами, с какими-то, вон, с виляниями. Ой, радость на меня обратили внимание, какое счастье. Капец, капецный. Шо, Заюшка? Заушка, Заюшку. Заю, Заушка, да. Так что теперь вы видели мой дурдом почти в полном составе. Как-то так.